Всем привет! С вами Андрей, мы на канале ToBuyBlog. А сегодня у нас на обзоре холодильник, который мы купили себе. Hotpoint Ariston, версия 7200. Холодильник у нас двухкамерный, внизу морозилка. Полки очень удобные, надеюсь, не будут ломаться, как у Indesit. Морозильная камера 80 литров. Система замораживания во всем холодильнике No Frost. В комплекте есть формочки для льда. А пока вы это смотрите, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить что-нибудь новенькое и интересное. Нажмите подписаться. Дизельки у нас тоненькие, закрываются очень плотно. Говорили, что вроде как есть доводчик, но как-то я их не вижу. Дверь холодильника открывается легко. Общий объем у нас 322 литра, объем холодильной камеры 239 литров. Внутри у нас есть озонатор, вот этот синий кружок означает, что он включен. Очень прикольно работает. Запах озона есть. Вначале был запах пластика, как только включили, через 5 минут запах весь исчез. Имеется другая модель. Здесь вот дополнительный ящик встраивается, типа зона свежести. Благодаря тому, что у нас полка нижняя поднята выше, овощной ящик получился больше по глубине. Это прикольно. Ящик для овощей у нас с 3 режимами. Для морковки, яблок и так далее. Это, понимаю, для морковки похолоднее, для яблок потеплее. Внутри у нас там видно решетку, откуда выходит холодный воздух. Таких решеток у нас несколько штук. На боковой стенке у нас 5 полок. Маленькие полки можно докупить отдельно. Если кому надо, есть полка для яиц. Так. Дальше у нас что еще? Сверху сведенная лампочка. Она очень прикольная, потому что не занимает места. Снаружи у нас блок управления. На видео может плохо видно, сверху у нас кнопка выключения, дальше заморозка, регулировка температуры в холодильнике, максимальная плюс 8, минимальная, по-моему, минус, плюс 3. Минус 18, это минимальный, это до 23 градусов. Быстрая заморозка, включение озонатора, ночной режим. Ночной режим уменьшает скорость мотора на 6 часов. Если позвонить, можно на 10 лет получить на халяву запчасти, если вдруг что-то сломается. Так, по стандарту год, 1 год гарантии. Также еще есть режим отпуска, который включает верхнюю температуру до плюс 13, нижнюю максимум 18 градусов минус. Если забыли закрыть дверь, происходит вот такое. И писк. А вот и стабилизатор, который я делал обзор в предыдущем видео, смотрите на канале. Стабилизатор обязательно покупайте с отчетом на времени от 2 до 3 минут. Это нужно для того, чтобы у вас он не сгорел. Холодильник. Слушаем, как шумит холодильник. Но это прям вплотную. Вдалеке практически не слышно. По стандартам 40 дБ. Ну что же, холодильник купили в Эльдорадо с доставкой. Обошелся со всеми скидками, купонами и так далее. По-моему, 36 с чем-то тысяч. Да, 36 789 с доставкой. Цена вполне приятная, сейчас он стоит уже 54 тысячи на сегодняшний день. Покупать или нет, решать вам, мне за это никто не платил. А так подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, ставьте лайк, пишите комментарий, чем пользуетесь вы. Всем пока!